Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре магнитолка GVC, моделька KD-R567 с изменяемой подсветкой. Давайте рассмотрим комплектацию магнитолы. В комплекте у нас идет чехольчик для передней панели. Передняя панель съемная. Дальше это все рассмотрим. Кабель питания. Ключи для снятия магнитолы. Оригинальный гарантийный талон. Инструкция. И магнитола. Рассмотрим поближе магнитолу. В комплекте с магнитолой идет сразу шахта. Шахта одета на магнитолу. Вообще для монтажа в комплекте идет все необходимое. То есть вам ничего не надо будет докупать. Так, сзади по разъемам. Находится антенный разъем. Пара линейных выходов. Разъем для питания и также предохранитель на 10 ампер. На передней панели. Передняя панелька вообще съемная, снимается очень легко. Под панелькой находится кнопочка Reset для перезагрузки. На самой панели находятся кнопки управления и регулировки, дисплей, разъем CD-диски, под заглушкой разъем USB. Чуть ниже разъем AUX. В магнитоле используются 4 режима. Это режим радио, режим проигрывания CD-дисков, AUX и режим USB. В режиме USB при прослушивании треков можно переключать сами треки, папки можно листать, выставлять воспроизведение случайное и также воспроизведение по кругу. Как видите, подсветка сменная, можно выставить на любой вкус. Отдельно хорошо, что выведена кнопочка, очень удобно, эквалайзера, настройки эквалайзера. То есть можно сразу переключить, выбрать, какое вам подходит. Также в режиме радио доступно 3 диапазона, FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память на станции до 6. И давайте пройдемся еще по основным настройкам, какие можно сделать настройки.